Для нас, европейцев, это нормально. Сегодня наш президент, ну, самый главный, который у нас, самый главный президент, Барак Обама, пообещал, что мы скоро вступим в НАТО. Пока, естественно, на правах американского прихвостня. Если есть возможность, друзья, вышлите, пожалуйста, мне книгу Гитлера «Майн кампф». А то у нас разметают. Бывало, утром выхожу на балкон и начинаю делать зарядку. От сердца к солнцу, вот так. Ну, что я вам рассказываю?